Предвкушая предстоящее катание, задорно накачиваешь кайт, стараясь придать ему необходимую жесткость. Как вдруг хлопок, и вы понимаете, что кататься, видимо, уже не получится. Взорвался центральный баллон. Особенно невесело, если это произошло в поездке и придется искать туземного умельца для ремонта. И еще не факт, что он возьмется за восстановление самого баллона. В случае расхождения центрального шва, разрыв может быть сильно протяженный, с неровными краями. Конечно, все это лечится радикальным удалением разрушенной части баллона и сваркой оставшихся частей в стык. Но для этого нужен пресс для сварки пленки, который, собираясь на отдых, лично я не брал. Зато у меня оказался ремкомплект Thermahot Metal Repair Tape от Dr. Tube. В комплекте входит пленка, одна из стороны которой при нагревании приклеивается к стенке баллона. Предварительно необходимо срезать бахрому по краям разрыва и зачистить по возможности мелкой наждачкой и обезжирить. В комплекте идут салфетки со спиртом. Затем вырезаем необходимые по размеру заплаты, одну из которых укладываем внутрь, а вторую снаружи. Главное не перепутать, какой стороной класть к месту ремонта. Клейкая сторона помечена специальной наклейкой. В учебном видео для лучшего контроля место ремонта размечают маркером, но мне показалось это не обязательно. Накрываем место ремонта вощеной бумагой и обычным утюгом при минимальной температуре прижимаем на несколько секунд. Затем проверяем, разглаживая при необходимости складки. И уже прижимаем на 15 секунд. Конечно, все зависит от площади и нагрева вашего утюга. В моем случае потребовалось прогревать больше времени. Как только пленка остыла, можно накачивать. Не могу сказать, что у меня место ремонта получилось идеальным. Наверное, надо больше тренироваться. Но несмотря на внешний вид, заплата вполне справилась со своей задачей. Можно было снова идти кататься. Технология ремонта термопленкой Thermahot Metal Repair Tape от Dr. Tube простая и достаточно эффективна. Даже при больших размерах не требует особого мастерства, а найти бытовой утюг несложно в любой поездке, чего не скажешь о прессе для варки пленки.